Привет! Как вы уже поняли, сегодня будет яркий макияж в синих тонах для смелых женщин. И для него нам понадобится мягкий черный карандаш, в моем случае это карандаш MAC, любые синие тени, которые захотите. У меня это тени с палетки Smokey Eye Palette Coastal Scents. Три цвета. Но самая фишка этого макияжа вот в этом вот пигменте Тами Танука, сестра радужного дракона. И это, как я уже говорила в обзоре на пигменты Тами Танука, очень необычный цвет, который в баночке смотрится малиновым. А если сделать свотч, он смотрится вообще разнообразно. То есть, видите, он смотрится и малиновым, и отдает в синий, и в фиолетовый. В общем, очень-очень интересный цвет. Понятное дело, если его нанести на малиновый или розовый, то будет смотреться красиво. Но я решила не делать стандартных макияжей и решила добавить его в синий Smokey Eyes. И вышло очень даже неплохо, на мой взгляд. То есть он переливается в какой-то синий, фиолетовый цвет, но вообще не видно, что это малиновый пигмент. Очень интересно, правда? Кстати, в тему моего недавнего видео, какие цвета идут разному цвету глаз. Этот макияж подойдет любому цвету глаз, любой внешности. Но если у вас карие или даже зеленые глаза, то синий цвет выгодно подчеркнет ваш цвет глаз. Если у вас серые или голубые глаза, то цвет глаз это не подчеркнет, но тем не менее цвет этот идет всем. Главное быть с ним аккуратным и не наделать синяков. Ну что ж, приступим к макияжу. Да, на одном глазу он уже есть. Рисую вся такая, стараюсь. Тут оказывается, что камеру включить забыла. Хорошо, второй не накрасила. В общем, сначала карандашом заполняю внешний уголок. И растушевываю. Если получилось недостаточно ярко, лучше повторить эту процедуру столько раз, сколько нужно, чем сделать сразу много и переборщить. И я делаю еще раз. И еще раз. Теперь беру базу Art Deco и наношу ее, начиная от внутреннего уголка, двигаясь к центру. В данном конкретном макияже я решила не наносить черный карандаш на все веко, потому что хочу сделать акцент на ярко-синем. Но тени же должны к чему-то прилипать для хорошей стойкости, поэтому на часть глаза я и наношу базу. Растушевываю тенью, растягивая их в нужную мне форму. На нижнем веке повторяю все, что проделано с верхним. Черный карандаш с нижнего уголка, растушевка и синие тени. Ну и наконец, самое вкусное. Пигмент сестра радужного дракона. Могу показывать его бесконечно. Вы только посмотрите на эту красоту. В общем, пигментом покрываю полностью верхнее веко. Крашу реснички.
брови. На этот раз воспользуюсь кремовыми тенями Maybelline Color Tattoo в 40-м оттенке. Именно этот оттенок идеален для оформления бровей блондинок. Цвет очень приятный, не рыжит, а по консистенции они мне нравятся даже больше, чем помада для бровей Anastasia Beverly Hills. Не, я не целую тряпочку. Это я губы промакиваю. Увлажнила их предварительно, вот убираю полезный жирок. Те, кто трусит делать яркими глаза и губы, можете сделать губы нюдовыми. Я же сделаю их розово-малиновыми. Все же цвет пигмента на глазах при определенном освещении и ракурсе с ними перекликается. И добавлю сестру дракона на центр губ. И сейчас вы можете наблюдать, как этот пигмент смотрится на разных цветах. Вот такая роковая женщина у меня получилась. Желаю всем отличного настроения, красивых макияжей и солнышка. Пока-пока!